Здравствуйте, дорогие друзья, мы приветствуем вас в Уфе. Продолжается 14-й тур Мелбет первой лиги. Ну а игровой день сегодняшний, по большому счету, только начинается игрой в столице Башкортостана. И сегодня мы увидим противостояние футбольного клуба Уфа и московской родины. Парфенов, начинаем встречу с центра поля. Родина мяч развела. Игорь Андреев, кстати. Сейчас об... Не об этом, Амур Камыков забивает первый мяч. Вот это да! Вот. Казалось бы, да? Да, вот так вот усыпили футболисты бдительность, футболисты Родины. Слева Конюхов, что делает Заурбек, движется дальше вперед сам и бьет по воротам. Эх, вот если бы еще удар получился у Заурбека, было бы совсем красиво. И отдышаться не так легко ему дался вот этот рейд в тылу соперника. Столкновение. Евсеев на газоне. И красная карточка. Не головой, все-таки, видимо, там локоть был. И Евсеев страдает, и его очень срочно вызывают врачей. Штрафную максимально просто играть. Там вот, пожалуйста! И положение вне игры. Положение вне игры. Однажды после свистка, второй раз после офсайда. Атакует Сухов, подача, и мяч летит в створ. Но не сильно. И не прямо сильно. В руки. И прямо во вратаря, да. Голубим. А вот это уже опасно! И удар Темникова! Ортис! 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 Да, как можно было это промазать? Но не дал. Нет, ни секунды не дал. Минус Кашко. И Родина одерживает победу, с чем мы поздравляем эту команду и ее тренера